Привет, друзья! В этом видео вы узнаете анонс и точную дату выхода 73-й серии турецкого сериала «Запретный плод». 73-я серия выйдет на экраны Турции 16 марта. В русской озвучке она будет доступна через несколько дней. В анонсе 73-й серии турецкого сериала «Запретный плод» мы увидим, что Халид долго думал над тем предложением, которое для него сделала Шахика. В тот раз мужчина отказался стать ассистентом, но сейчас понимает, что не может упустить такого шанса. Когда Эндер выходила из собственного кабинета, то увидела Халита и сильно удивилась. Она спросила у него, что он здесь делает. Халит заявил Эндер, что теперь будет работать на Шахику. Сама же Шахика начинает искать способ для того, чтобы избавиться от нее. Шахика не сомневается в том, что в ближайшее время ей удастся найти решение для данной проблемы. Бывший супруг Эндер также начинает вести непонятные дела с Шахикой, но он категорически против всяких убийств. Мужчина больше всего мечтает прибрать к своим рукам компанию. У Илдис появляется новый поклонник, но только он оказался слишком наглым и напористым. Когда парень попытался пригласить Илдис на ужин, то она посчитала, что он переходит все границы дозволенного и отказалась от этой встречи. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы первыми смотреть наш выпуск. А также писать комментарии, что вы думаете по этой серии. До скорой встречи!